Немножко еще герань кое-где обрезала, веточки, которые повыше, и, ну, которые внутрь смотрят, и оставила вот так вот. Ниже я не обрезаю, они и так невысокие. Каждый год я так их делаю, они зимой не растут вверх у меня. Вот так до весны и будут. Потом будут набирать сразу на верхушках бутоны. А что вырезала, кое-что я поставила в воду. Пластиковую баночку поставила. Вот такой один. Один там повыше. А второй отколупнулся вроде бы как с корнями, да. Постоит, я его потом в земельку суну. Вот. Дадут корни. Хорошо. Вот их. В мае высажу горшки. Они любят расти на улице, цвести на улице. И до осени будут меня радовать. Кое-что, конечно, выбросила. А эти потом тоже вот здесь обрежу, оберу сухие листья. И низко не буду подрезать, иначе будет такое загущение. Они же снизу пойдут, вот как я, например, обрезала. Вон снизу как поперли. Вот, а здесь тоже, это вот прошлогоднее, это вот в этом году я делала, а это в прошлом году. Обрезала, и они вот такую гущину дали. Надо будет еще потом обрезать. Пусть листья засыхают. Не буду я за каждым листиком бегать. Подсохнут вот эти листики какие. Уснет геранька. И я ее немножко еще обрежу. Вот, например, можно. Которые внутрь растут. А которые наружу, те пусть, а внутрь которые, чтоб не мешались. Так, вы тут у меня как? Батарея у нас очень жарко топится, поэтому я почаще захожу. Заодно листики убрать, сухоцветики, эти засохшие цветочки убрать. Особенно я их сейчас не стараюсь ворочить туда-сюда. Так, и вот это молодое денежное дерево можно уже вот так вот какие-то верхушечки вот так вот стяпать, чтобы оно уже кустилось. Так, еще. Так. Давай тебе твою верхушечку. Я люблю, когда стволик толстенький. И оно такое действительно дерево, как вот это. Вот оно дало побег. Он не нужен. Мы его оторвем. Вот эти вот тоже я все укорачиваю, которые выбиваются длинные. Вот выбилась длинная. Вот. Так, вот это тоже выбилось. Сейчас еще пока зима, они не очень-то растут. А вот весной, конечно, как дадут рост. Вот так. Я люблю коротенькие, чтобы были. И формировались. Действительно, как деревцы. Их лишние отщипываешь, и формируется вот такой толстый стебель. Видите, какой толстый? Сучья. А тут вот стараются, конечно, стараются почечки пробиваться. Вот в таком виде оно у нас пусть растет. Немножко можно
Конечно. Повернуть. Вот так. Хотя зимой это не обязательно, но за одну часть, которую откушу. Так, ты внутрь растешь, я тебе попозже откушу. Вот так вот. За окошком потеплело. Плюс, ой, минус 5. Плюс 2, говорят, будет. А через неделю будут морозы серьезные. Будут морозы и до 20 опять. Так что посмотрим. Так, вот здесь, конечно, вот густота. Это я потом весной все буду чекрижить, когда день, даже не весной, а в феврале день будет расти. И они будут требовать больше света. Сейчас, пока они спят, все тут. Тут кучу сейчас выйдет. А в колонке капуста замерзла. Одна баночка вот эта неполная осталась, замерзла. Но она замерзла на полу. А в колонке здесь более-менее. Я еще не вижу, я чтобы сильно что-то замерзло. Нормально пока. Так, а здесь качан замерз. Вот его я сейчас занесу. Я его отогрею, потом опять вынесу. Если, конечно, он не промерз сильно. Вот. Холодильник с морозилкой пришлось мне опять подключить. Вот здесь вот черную редьку сюда поставила. В пакетах свекла. И 3 качанчика здесь у меня. Ну и лук храню я в холодильнике. Здесь вот и здесь. Ну и масса банок. В основном здесь, конечно, все всякие банки. В подпол каждый раз не налазишься, а самые основные из холодильника-то всегда можно взять. Вот эту вот петунью, что я с огорода пересадила-то. Я ее обрезала покороче. Вон она новенькие дает росточки. И эту обрезала. А вот ту, что обрезала верхушку, там в баночке стоит. Воду поставила. Будем смотреть, как она выживет или нет. Корешки будет давать или нет. Тут мои шапки всякие. На улицу выходить. Кот на них любит полежать. Хлорофитум тут стоит. И дальше мороженая улица с капелями. Ой, какие красивые капелюхи. Вот. Вот и оттаял кочушок. Пусть он здесь пока стоит. На кухне у меня картошка только, полмешка стоят. Тоже бы их надо вытащить на террасу. У нас потеплело 2,7. И я вытащила опять. И яблоки. И капусту. Вся корма. Туда-сюда тягаюсь. И здесь у меня и дайкон, и опять яблоки, и это яблоки. Зимние яблоки, они хорошо, кстати, лежат. Просто приходится с ними таскаться туда-сюда. Оттаивают мои вон там тоже замерзшие банки. Кабачки пока еще не тают. Перец, не хочу я его заносить, я его все хочу выкинуть. И рука не поднимается. Он уже замерз, оттаял, опять замерз, опять оттаял. Вот. Сварила я сегодня свиное сердце. Добавила через мясорубку капусты немножко. Лук мы не едим.
И, наверное, буду пирожки сегодня делать. Тесто хорошо поднялось уже. Немножко попозже буду делать пирожки. Пусть еще постоит. Так, наверное, крышку-то не надо накрывать. Пусть открытая постоит. Занеслись наши молотки. Вот это ранние молотки. С первого вывода. А вот это самые последние молотки. Очень маленькие яйца, конечно. О, какие. Но еще и не все занеслись. А вот это вот вчерашние. Вот это вот больших, ранних молодок. А это все самые последние молодочки. Такое игрушечное яичко. Пока разнесутся, так и будет. А это я лохматая. Вот такая я. Болящая душа еще. А у нас снег повалил под вечер уже. Заметает ступеньки. И вот так в огороде.